Итак, Анш Абдуль, братья, продолжаем нашу научно-популярную программу научно-познавательную Анну Башенге. Так. Пираты крутые, теперь мы можем быстрее точки захватывать с ними. Тут эти двое за зоной разворачиваются. И не требуют дополнительных, так сказать, вливаний финансовых. Никаких карт не нужно дополнительных. Анши Абдуль, братья. Так. Ну что сделаем сначала? Так, что ты не разворачиваешься? Пираты. Интересно, тут можешь развернуться, нет? Ладно, не можешь, я хуй с тобой, а. А ты тут можешь развернуться? Тоже неплохо. Так, а ты пойдешь. А это надо всегда отрядик какой-нибудь брать, пушечное мясо. Обыкновенное пушечное мясо, которое, собственно, нахуй никому не нужно. Вот, и тут мы ставим. Собственно, вот это противокавалерийная бригада, нахуй. Если какая мразь там что полезет, да? Все, и пиздец. Вот. Потому что яри, они крутые. Они даже кавалерии, если у врага нет, все равно. Они его как нагината работают. Итак. Как бы много денег. И у меня как бы есть... Блин. Два героя есть у меня, короче. Абдуленных. Нет, все-таки я считаю, их надо спрятать, да? Чтобы их там не расстреляли, ничего. Вот так вот. А это пушечное место. Все, давай, пошли, Анш Абдуль. Вперед за Абдула верование. Добро вам в помощь, братья. Посмотрим, что на нас выкинет сейчас судьба. Смотрите, какие сидят, засели. Они прячутся в кустарнике, это вообще просто кошмар. Какие крутые юниты. Сука, и как можно, блядь, быстро захватить точку, это вообще... Это даже, я бы сказал, дисбаланс такой. Анш Абдуль. Фича такая, блин. А захватишь точку, это у тебя прям вообще... Они в два раза сильнее становятся, воины. Так, Анш Абдуль, братья, делайте добро, братья. Делайте добро, читайте Бибаран. Так, ждем. Ой-ой. Так, Анш Абдуль, братья. Ах ты сволочь-то, а? Какая сволочь-то? Бежит, Так. Ну мы что, пойдем... Нет, тут, короче, нападать бесперспективно, что ли, а? А хотя кто его, блин, знает? Сейчас он... Сколько говна тут. Ё-моё, а? Так, Анш Абдуль, братья, Бибаран. Ну, слава богу, у него нет стрелков, только лучники. Но у него сахэ. Ну, не прокачанная, правда. Вот. Ну, мы главное, чтобы мы взяли вот эту точку. Это наша точка. И ту. Анш Абдуль, братья. Как мы наебали, видите? Захватываем. Да, он даже не видит, что же мои войска. Они же мне как ниндзя прячутся. Анш Абдуль, братья. Бибаран, братья, Анш Абдуль. Так. Так. Мама, у нас еще в кустарнике по возможности. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, блин, ой. Ладно, посмотрим, кто кого. Береженого бог, блядь, бережет, сука. Береженого бог бережет. Береженого бережет Бог. Анш Абдуль, братья, вперед за Абдулаверование. Анш Абдуль, братья, Бибаран. Надеюсь, он у него не воин. Если воин, будет хуево. Бибаран. Ой-ой-ой-ой. Анш Абдуль. Ой, нет, нет, съебываемся нахуй отсюда. Съебываемся, сука, нахуй отсюда. Ой, блядь, ой, совсем хуёво. А вот сейчас мы его поможем, возможно, мы его... Ой, Анш Абдуль, братья, блядь. Сука, да ты, дебил, стреляй! Что ты встал, блядь, дебил ёбаный?
Так, 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 ну стреляй, да, блядь! Блядь, да стреляй, сука! Стреляй, блядь, стреляй! Блядь, давай, давай, давай! Блядь, блядь, ес, ес! И смотрите, как ебануло. Убил, не знаю, не убил. Но хуёво ему стало. Ес, 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 ес. Аншавдуль. Здорово моего, а? А теперь смотрите, чтобы он не убежал, мы его ставим. Во-первых, используем возможность и ставим его в защиту вот так. И он уже никуда не убежит, что там с ним не будет. Аншавдуль. Так. Аншавдуль, брат, тебе баран. Бибаран, братья. Аншабдуль, братья, читайте Бибаран. Не занимайтесь хуйней, братья, а читайте Бибаран. Бибаран, читайте, братья, вот. И все будет как надо. Так, блядь, пиздец, я забыл про свои основные силы, дурак, блядь. Вот, вот мои мушкеты. Аншабдуль. Так, Аншабдуль. Бибар, о, какой дебил, это что, у него тут все открыто, что ли? Все, в атаку нахуй. Хули-хули тут ждать, вот так. И все. Все, сейчас или никогда. Аншабдуль, братья. А эти потом там подключатся. Главное, чтобы какой-нибудь хуйни там не было. Все, в атаку, Аншабдуль, братья. Генерал хуй с ним, он так уже дохлый. Так, давайте, а вы, блин! Блин, надо было все-таки вынуждать его на оборону, ну ладно. Там может быть неприятный сюрприз очень быть. Аншабдуль, братья, Бибаран. Герой с катаной, блядь, вот он! Вот, герой с катаной, на него надо использовать, так сказать, на наши лучники. Блядь, Аншабдуль. Бибаран, братья, а? А вы убейте этих. Ой-ой-ой-ой-ой. Блять. Блять, Аншабдуль, братья. Ес, смотрите, я запустил эту функцию того пиздеца, и он напугал их. Сейчас они, блядь, пиздец, им хуёво должно стать. Блядь, а? Чего вы там бежите, а? Аншабдуль. Вау. Видите, опять глюк. Опять глюк. Почти поражение, да? Когда там такой пизды отхватили они, что, блядь, немерено. Аншабдуль, братья, Аншабдуль. Бибаран, читайте Бибаран, Аншабдуль, Аншабдуль, читайте Бибаран, Бибаран, победа Бибарана, Аншабдуль, Аншабдуль, Бибаран, мы победили опять, Аншабдуль, Бибаран, 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 Аншабдуль, Бибаран, Аншабдуль. Вот видите, потери 489, врагов убито 349, развернуто 1857, а у этого развернуто 1110. То есть, и блядь, потери, то есть, пиздец, это решительная победа, я там меньше 10-20% армии фактически своей потерял, 20%, этот, блядь, потерял больше, и, блядь, все проиграл, нахуй, просрал, блядь, видите, глюки, ебаные опять. Аншабдуль, брат, считайте Бибаран, делайте добро.